У каждого свои кумиры. Для ребят с Донской это дядя Вася. Он же Василий Федорович Королев, тренер по футболу. С началом летней оздоровительной кампании в Сочи дети каждый день прибегают к нему на площадку, а домой возвращаются уже затемно. Дядя Вася не подведет. Тысячи детей прошло через мои руки. Не все стали большими спортсменами, но то, что хорошими людьми, настоящими защитниками Родины, это точно. Паше Варданяну 10 лет, из них 4 года он занимается уличным футболом на детской площадке возле дома. Здесь он нашел новых друзей и товарищей по команде. Под чутким руководством тренера мальчик стал делать первые успехи в роли нападающего. А сейчас уже капитан команды «Донская». Мама спокойна, ее ребенок занимается спортом на свежем воздухе под присмотром любимого наставника. Он сумел воспитать наших детей правильно. В то же самое время, когда родители находятся на работе, он всегда занимается нашими детьми, и родители всегда благодарны. Такие же площадки открылись по всему городу. Направленность разная – и спортивная, и культурная. Адреса можно будет найти на сайте администрации Сочи. С детьми занимаются опытные педагоги. Если этот ребенок не находится где-то в отъезде, либо он не находится где-то в походе, то этот ребенок должен находиться на этой летней площадке. На каждой площадке разработан план мероприятий до конца летнего периода, до 31 августа. И каждый день проходят какие-то мероприятия. Программа «Лето-2014» насыщенная. Традиционно пройдут всекубанские турниры по уличному баскетболу и футболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Спартакиады, праздники Всероссийский олимпийский день, День пловца, День физкультурника. Также детей порадуют интересными сюрпризами, например, встречами с выдающимися сочинскими спортсменами. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.